Ladies and gentlemen, we are set for the next five of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA Heavyweight Division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a striker. He stands 187 centimeters tall. His official weight, 116.7 kilos. His pro record stands at 10 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Riga, Latvia, here is Oleg Yemelyanovs. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is a striker. He stands 193 centimeters tall. His official weight, 113 kilos. His pro record stands at 5 victories opposite a single defeat. Fighting out of Wrocław, Poland, here is Adam Pałasz. And our referee in charge of the action, Łukasz Bazowski. Олег Емельянов, Адам Палаш, 30 лет. Адаму 26, Олегу повыше, и размах рук, соответственно, тоже побольше у Адама. Напомню, что у этого польского спортсмена нет ни одного поединка, который бы закончился решением. Сейчас как раз этим размахом рук он и пользуется, выставляя переднюю руку, контролируя дистанцию. Залетает на ближнюю с левого бокового Олег. Чудовищные силы удара сейчас будут, я уверен. Вот сейчас потряс немного он Адама Палаша. Да, несмотря вроде бы на такой серьезный вес, очень живо он смотрится, здорово пробивает. Какая работа! Ничего себе! Да, Олег Емельянов просто сейчас скептиков всех передает, всем скептикам передает привет в виде вот этой двойки, в том числе и Адаму Палашу. Классная работа на руках. Каждого размена он выходит победителем. Несколько очень чувствительных ударов уже пропустил Адам Палаш. Еще с левой. И так задержался на этой дистанции, на самой ударной. Адам Палаш подключает ноги. Да, это абсолютно правильное решение. Работать и по внутренней стороне не забывает. Качает, качает, вот так пытается убаюкать Адам Палаш своего оппонента, но очень опасно остается и задерживается без движения на ударной дистанции. Здорово уходит от удара Емельянов. Еще с левой. Классно чувствует дистанцию. Да, напомню, не проигрывает он с 2018 года. Две победы есть за 14-33 секунды досрочно. Машет, машет здорово руками Емельянов. Чудовищная вот эта левая, ближняя. Правую даже не подключает. И вновь фантастическая работа на дистанции. Размен с левокиками, еще одна попытка от Палаша. Складывается впечатление, что Адам не использует свои сильные стороны. Как тебе? Я бы не назвал его сильным грэпером. Поэтому я думаю, что он стилистически ведет поединок, который для меня в его исполнении был очевиден. И на данный момент я вижу, что он совершенно потерян. Не ожидал такого уровня со стороны Емельянова, и я не вижу, что он может предложить на данный момент своему оппоненту. Работа на дистанции. Он пробует это делать, но в таком случае Емельян ведет вперед, и, надо сказать, и это у него получается. Работу вторым номером он уже показал, что выполняет прекрасно. Он очень чувствительный, хорошо чувствует дистанцию. Надо сказать, он еще ни разу не вкладывался. Удар. Каждый удар, который наносил, он не сказать, что заряжал его на нокаут. Ну да, процентов 50 он вкладывал. Очень легко работает на руках. И очень уверенно ведет этот поединок.
Да, на очень хорошем уровне бокс находится. В этом первом раунде он не пропустил ни одного чувствительного удара. Одной рукой даже не является фехтовать, и при этом, опять же, не подключает правую. И только сейчас, наверное, как-то более угрожающе не упало, что тут же получил поход. Последняя минута, кричат об этом же, из угла. Вот сейчас здорово попал Палаш, но это тут же равноценно получилось с левой. Пытается он проваливать. Пытается зацепить с правой, с левой. Вот заключает фронт-кик. Более активно на ногах работает. Очень тяжело могло прилететь сейчас. Да, начинает заигрываться несколько Палаш, и тут же прилетает ему через защиту, через блок. Вот туда заводит хорошенько кулак по-боксерски Емельянов под самую челюсть. Да, достаточно уже, кстати, наполучал под ближнюю ногу Емельянов. Стало особенно понятно после того, как попал хорошенько лоу-кик от Палаш. Но есть время остановиться и время отдохнуть. В концовке он носил гораздо больше ударов правой рукой. Как вы отметили, Роман, в начале боя, в середине поединка он больше работает левой, с два его атаки левой. После того, как он слышал команду и свой удар, что прошла последняя минута, он стал подключать правую руку и увидел, насколько опасно это было для его оппонента. A tak, słuchaj, jak kopiesz dwa lowy, kopnij trzeci na głowę, bo uważaj, bo on od razu leci z sierpami, co nie? Front naprzód też wchodzi, możesz go pociągnąć na brodę. A jak straszysz go frontem, to jest zwykły ruch nogą, to się obniża. Zrób raz, dwa i trzeci, nie naprzód, tylko za jedną na brodę. Подразбросался уже ближе к концу. Лукаш Базацкий говорит, что нужно отойти за пределы круга. А вот теперь можно начинать. Второй раунд, поехали. Ой-ой-ой, очень точен Палаш, но тут же получает через руку. Напрямую. Сказали, видимо, работать этому Палашу. Это как раз вписывается в концепцию работы на дистанции. Сложнее и сложнее в таком случае доставать Емельянову. Но контратакует он, конечно, великолепно. Оу, отличный, отличный лоу-кик. Выбивает опору у Емельянова. Продолжает обрабатывать еще по ближней ноге. Да, как будто бы подобрал ключи, в общем, другого Адама Палаша мы видим. По крайней мере, на данный момент. Во втором раунде. Забирает он немного инициативы в свои руки. Ой-ой-ой. Здорово вроде бы ударил, но так провалился и в такой беспомощной ситуации оказался. На мгновение Адам Палаш, что стало тревожно для него болельщиков. Всем, кто за него переживает. Больше в частности. Раздергивает. И опять под ближнюю ногу. Готов там поймать и Емельянов. И я думаю, что еще пара ударов станут достаточно критичными для Олега. Прячет он ее назад. Намеренно. Мидлки. Очень неприятно попал. Видно. Адам Палаш. Что-то с левой рукой, по-моему, у Емельянова. Или с правой. Не совсем пока понятно. Еще попадание, лоу-кик, и сейчас будет разбивать, мне кажется, Адам Палаш выбивает опору, начинает добивание, и все. Вот так. Браво, Адам Палаш. Вытащил сам себя просто из этого болота, в которое он забрался. Болото называю, наверное, все-таки первый раунд. И то, как он себя показывает, это великолепно. Да, выбил ногу оппонента и полностью высушил левую ногу своего латвийского противника, и мне кажется, вот именно это сыграло главную роль в этом противостоянии. Совершенно не мог стоять на ногах уже
чемпионат. И, наверное, было сложно не скрывать, что я переживаю из-за этого. Также вызывает самые положительные эмоции. Классно первый раунд его исполнение. К сожалению, дебют в лиге начался с поражения. Ну, надо понимать, что он выступал, конечно, в более мелких промоушенах, это определенный скачок вверх, и не факт, что... Вернее, я более чем уверен, что на этом все не заканчивается. Для многих спортсменов так. Первый шаг всегда сложный, голый, серьезный промоушен, высокого уровня. Ladies and gentlemen, our referee in charge, Ukash Pozanski, steps in and calls a stop to the fight at 1 minute 54 seconds into round number 2. For your winner by TKO, Adam Parrish! Демонстрируют друг другу большое уважение спортсмены. Олег уже вполне восстановился. Надеюсь, обойдется без серьезных травм, и у него будет возможность вернуться как можно скорее. Отбита серьезным образом левая нога, он поднимает, шевеляет. Здорово, здорово здесь ловил вот на всех этих атаках, выглядел очень предпочтительный Емельянов, но перетерпел Адам Палаш, вовремя где-то защищался, очевидно послушал свой тренерский штаб за счет введенных изменений, продолжил вот эту ахиллесову пяту уничтожать у Емельянова. Да, и вот здесь видно, что очень неприятно ему дважды. И вторым все-таки вышиб просто левую ногу. Да, совершил ошибку, все-таки не в руках была проблема.